Здравствуйте, дорогие друзья! Я не займу у вас много времени, представляя издания, которые были специально выпущены к нашему торжественному мероприятию. И, конечно, начну я именно с альбома Николая Рерих, с художественного альбома. Вы его сейчас видите и в моих руках, и на экране. На экране будут листаться страницы, но, конечно, самая малая часть из того, что здесь есть. Когда я продумывала эту презентацию, то неизменно на ум приходили строки из Агни-йоги. Для будущего мы встаем от сна, для будущего мы обновляем покровы, для будущего мы устремляемся мыслью, для будущего мы питаемся, для будущего мы собираем силы. Вот этот альбом – это и есть вклад в то будущее, которое утверждал своим творчеством Николай Константинович Рерих. Святослав Николаевич очень часто цитировал слова Платона. Мы все их с вами прекрасно знаем, но давайте послушаем еще раз. От прекрасных образов мы придем к прекрасным мыслям. От прекрасных мыслей мы придем к прекрасной жизни. И от прекрасной жизни мы придем к абсолютной красоте. В учении сказано, смотреть на прекрасное значит улучшаться. И вот именно этот альбом состоит более 200 страниц из прекрасного. Здесь мы также попытались сделать его не просто художественным, а это была попытка соединить и показать взаимопроникновение художественного и философского наследия Николая Константиновича Рериха. Так как аннотациями к картинам использованы цитаты из книг «Учение живой этики», трудов Николая Константиновича Рериха, Елены Ивановны Рерих, Зинаиды Григорьевны Фоздик, Натальи Дмитриевны Спириной и других последователей и учеников Рерихов. В альбоме 11 разделов, и он на двух языках, на английском и русском. И эпиграфом ко всему альбому взяты строки Натальи Дмитриевны Спириной из ее стихотворения. Я сейчас их прочту. «Мы на этой земле видим отблеск надземных миров, постигаем их нами в твоих небывалых творениях. И картины твои нас уводят от сумрачных снов к жизни вечных основ и красот, неземных и нетленных». Ну и в конце я, конечно, хочу поблагодарить всех, кто помог выходу в свет этого альбома. И следующее издание – это наш журнал. Сдвоенный номер. Февраль и март 2020 года. На обложке вы видите диптих «Агни-йога», леговая часть этого диптиха. Я не буду подробно рассказывать, что, какие материалы. Я просто перечислю то, какие основные темы в нем. Я очень надеюсь, что вы найдете время и прочтете материалы этого журнала уже потом за рамками конференции. Но, конечно, самая главная тема – это учение живой этики. В нем и цитаты из Елены Ивановны Рерих, статьи Николая Константиновича Рерих. Особая благодарность тем, кто принес подвигом своей жизни это учение на землю. Выдержки из записей Бориса Николаевича Абрамова и слова Натальи Дмитриевны «Учение жизни». Это слово прозвучало на пятых рериховских чтениях. В этом журнале дано интервью с академиком Яншиным, которое он дал сотрудникам Сибирского рериховского общества. И там же он приводит свои известные слова, ставшие девизом нашей конференции «Живая этика – есть мировая этическая система».
Украшением этого номера стал материал, составленный из книги Рихарда Яковлевича Рудзитиса «Космические струны в творчестве Николая Рериха». Это выдержки, посвященные женским образам в творчестве Николая Константиновича Рериха. В номере много стихов, как Натальи Дмитриевны Спириной, так и сотрудников Сибирского Рериховского общества. Опубликован в более расширенном варианте доклад Ольги Андреевны Ольховой, который открыл нашу конференцию. Материал Елены Алексеевны Тарасенко, который прозвучал в феврале на круглом столе и посвящен Иоанну Третьему и Софии Палеолог. Ну, а жемчужиной этого номера мы бы назвали новое, никому ранее неизвестное, найденное в архиве стихотворение Натальи Дмитриевны Спириной. «Путь к тебе» оно называется. Вы его сейчас, эту страницу, видите на экране. И еще два слова. Мы также обращаем ваше внимание, что в нашем книжном салоне целая выделена полка под новинки. Вот обратите внимание и на те книги, которые там представлены. Всего доброго. Спасибо.